Всем привет, дорогие мои друзья. Добро пожаловать в командный центр. Здесь буквально все ужасно важно. Думаете, чем заняться? Нажми-ка на ту штуковину вверху. Целая куча классных заданий. Выполняйте их, чтобы получить чумовые награды. Видите вон ту вкладку героя? Эти задания помогут вам поближе познакомиться с героями. Осмотрелись? Тогда назад в командный центр. Все готово к первому заданию. Ух, ну что же, ребята, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру, которая называется «Растения против зомби». И мы приступаем с вами к первому нашему заданию. Так, зеленая тень, новое растение-герой. В общем, я не знаю, что это такое. Мы просто начнем с вами задание для растений. Одно из 200? Да вы шутите. Первое задание из 200. Ладно, будем играть. Как две горошины. Поехали. Похоже, ваша стратегическая колода еще не собрана. Но не расстраивайтесь, я позаимствую карты из вашей коллекции, чтобы вы смогли сыграть. Поехали. Что это за новый такой комикс? Новое сообщение от безумного Дэйва. Тема «Бесячество. Прячься за украшения». На подходе бесята. Бесячество хочет захватить наш парк развлечений. Остановите этого монстра, пока он не устроил тут парк развлечений живых мертвецов. Ага, значит понятно, ребята. Значит, у нас тут какой-то появился бесенок, который хочет нам навредить. Бесячество. Ну давайте с ним расправимся тогда. Раз он такой непонятливый и не понимает нормальных слов. Что такое? Так, вот у меня какие цветочки доступны, и в принципе хорошо. Так, ход зомби. Блински, это бесячество. Открою секрет, у всех героев своя тактика игры. Бесячество натравливает кучу маленьких союзников на вас. Ну, всего лишь-то кучу маленьких союзников. Ну, тогда мы будем защищаться, ребята, да? Так, выставляем вот этот вот, что это, колокольчик, что ли? Нет, цветочек обычный. Одна атака, 2 хп, в общем, все нормально. Ага, а это значит размещает своих двойников здесь, маленьких. А там мелкий бесенок. Опачки, ребята. Неплохо он начал, надо как-то отбиваться, я так думаю, да? И мы сделаем с вами что? Ух, ядрить тебе на корень. Так, у меня доступно вот это вот растение, называется заморозка. Замораживает, я так понимаю. Ну что ж, давайте поставим. Да, ребят, по-любому сейчас я получу 2 урона, как ни крути. Как ни крути, ребята, получу. И у нас становится счет 12-16. В его, конечно же, пользу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опять какого-то ты... зомби-теннисист. Ёлки-палки, он уже всю линию обустроил себе. Надо давать серьезный отпор ему, я так понимаю. Так, и еще мне хватает... Я не знаю, стоит ли ставить это дерево смоляное сюда, а? А выбора нет, ребята. Больше, как видите, ничего у меня не было доступным. И укрепим свой цветочек. 5-6. Слушайте, довольно неплохо. Давайте посмотрим, что будет происходить. Так, зомби вытягивает карту. А, заморозка. Это мое. Ну-ка. Ага, могу направить на любого, да, получается? Нет, только на этой линии. Ладно, пускай замораживается. Так, ух ты, мы еще и укрепились. 7-8 мы уже стали. Так, атакуют нас, как вы видите. Но мы-то тоже не лыком шитые. Так что будем давать достойный отпор. Мне качан дали, но мы поставим вот этого, наверное, да? Двойной удар. Ну, что-то там замер, давай быстрее. Хорош там думать. Ага, наносит 3 единицы урона.
Вот так вот, ребят, видите? И кто сказал, что он играет честно? Ну, правильно, всех давит, конечно. Но зато я ему сейчас как 7 урона-то нанесу, вот так вот. Так, мне опять дали заморозку, да? Выставляем тогда, может, качана. Или тройным. 1-5. Давайте вот сюда, наверное, мы поставим 1-5. Да елки-палки, почему так быстро кончается у меня манна, а, ребят? Так нечестно, согласитесь. Да на ты получи. Ух ты, двумя горошинами сразу же его накумарил. Ребята, осталось у этого бесенка всего 2 хп. И я думаю, что он ничего не сможет сделать. Сейчас мы его просто-напросто накумарим. Как говорится, по полной программе. Вон он там, бедный, аж ногти грызет себе. Но его это не спасет. Так что, получи. Что это такое? Что он делает? Все, готов, бесенок. Кабум. Пока, и мы побеждаем. Отлично, ребят. Так, мы получаем награду. 10 каких-то билетиков. Отличненько. Новое растение герой у нас открылось, кстати, ребята. Ура! Вы получаете нового героя. Каждый герой ведет 2 разных класса растений в бой. Вот так вот. Это вам не хухры-мухры. Так что сейчас будем смотреть, кого нам дали. За выполнение задания. Так, мы получаем 10 кристаллов. Отлично. Так, и новое задание мы получили. Что ж, все очень пока хорошо. Герои. Вы получили нового героя. Выберите персонажа. Вспышка на солнце. Бабах. Ведет взрывоцвет страж, а вспышка на солнце ведет взрывоцвет солнечный. Вот те раз. И кого же мне тогда взять? Блин, а можно как-то посмотреть? Я не знаю, какие у них навыки. Или я должен так, на ощупь, наугад, скажем. Что такое, что случилось? А, нет, смотрите, вспышка на солнце. Эксклюзивный герой. Так, разместите 2 шампиньона 1-1 на случайных линиях. Это споры. Так, подожди, подожди. Выжженная земля. Все зомби на земле получают -1. Хм, неплохо. Ловушка из водорослей. Зомби получает -2, -2. Наносит 2 единицы урона, вы получаете +1 до конца игры. Что ж, вроде бы неплохо. Так, это у меня подсолнух, а это бабах. Пузырьки. Перемещение растения получает +4. Хм, неплохо. Грозовой фронт. Все растения получают 1+1. Тоже неплохо. Метеоритная атака. Наносит 3 единицы урона зомби. Суперприем. Мегаредкий. Метание картофельных шариков. Размещает горячку, которая имеет эффект. Команда после уничтожения наносит 6 единиц урона зомби здесь. Здорово просто. И что же выбрать-то тогда, а, ребят? Я не знаю. Но этот бабах мне напоминает, помните, в первой части или во второй, да, во всех играх был. Мина такая была спрятанная. Так что давайте я, наверное, возьму вот этого. Открыто растение типа взрыва. Теперь типа солнечного. 20 единиц. Познакомьтесь со вспышкой на солнце. Нужна помощь. Это пылкий цветок, который обожает жар огня. Горячо. Дэйв там что-то поджаривает. Таху, видимо, да? Похоже слишком сильно. Ну что ж, ребята, мы взяли с вами огненный подсолнух и будем за него играть. Побочные вспышки на солнце. Так, новое задание у нас здесь. Вспышка на солнце, да, значит? Так, и что же у нас за задание? Бесячая гонка? Так, мы же вроде бы как бы до этого проходили. Здесь можно выбрать колоду для боя. Изобилие споров. Так. А тут что? Я, честно говоря, пока немножко не разбираюсь. Ну, в общем, давайте приступим так. Ну, я понял, что колода у меня не собрана. И Дэйв, как всегда,
позаимствует карты. Ух ты, ржавый разряд. Ух ты, против нас какой-то ржавый разряд. Ну я ему сейчас все шестеренки-то порасплавлю. Ха-ха, прилетел. Блин, ну эти зомби постоянно, то какие-то киборги, то еще чем-нибудь. Так, ладно, ребят, не будем расстраиваться, а будем надавать ему люлей. Вы знали, что ржавый разряд достал свою броню на свалке? И все равно он ого-го. Он постарается истощить силы ваших растений, чтобы вы не смогли одолеть его сверхсильным зомби. Да ну, одолеть я его не смогу. Не смеши меня, Дэйв, ты не знаешь, кто такой Рэй. Это ж спец, елки-палки. По надаванию люлей всем зомбарям. Так, отлично. Здесь мы справились, что-то мне дали какой-то фруктовый микс, что ли. Я не знаю, ну, посмотрим, для чего мне тут дали эти ягоды. Вот, видишь, какой гриб под осиной. Похож, почему-то он... Что ты делаешь тут? Успокойся, а, бильярдник. Похож он почему-то был, как будто у него божья коровка на голове сидит. Так, ладно. Что у меня тут? Надо еще разбираться с этими новыми растениями, я не понимаю. Абрикос, фрукт растения. Абрикос, а почему он молниями какими-то пуляет, я не понимаю. Какой-то, видимо, чернобыльский абрикос. Так, растение получает минус 3. Да ладно, хорош ты, елки-палки. Смотри, что делает, а? Понизил мне атаку. И еще уничтожает растение, у которого минус 2. Блин, да ты не припухли, а? Ржавый. Так, ну дайте мне какое-нибудь растение. То есть, смотрю, у меня только одни споры, да, фруктовый микс какой-то. Что это за папарацци? Тут еще этот коробочник вышел. Так, ну что ж, давайте вызывать тогда грибок, я так понимаю. И еще один грибок. Большего у меня пока ничего нету. Ух ты, 3-3-2-2. Должны справиться с ними, в принципе-то, даже без потерь. Вот тебе ответочка. И тебе тоже кулечник. Так, 5-5, да, значит? Что это за семейка у меня такая радостная? 2 плюс 2, если здесь есть растение со способностью команда. Наносит 3 единицы урона. Слушайте, а у меня здесь есть растение, которое имеет команда при использовании. Все грибы получают 1 плюс 1. Гриб дружбы. Гриб дружбы, ребята, оказывается. Не подосиновый, а гриб дружбы. Слушайте, я не знаю, что это такое вообще, что мне с ним делать. Вот, наверное, разместите шампиньоны, да? Давайте-ка разместим. Опа, какие малюточки, крохочки появились у нас. И фруктовый микс, который наносит 3 единицы урона. Используем. Вот так вот мы в него ягодками стрельнули, и все отлично. Так, ну что же, давайте теперь будем его атаковать. Отлично, грибочки давайте, родные мои. Так, шампиньончик, ну-ка, пульника. Вот так, молодец, пропищал там что-то, но тем не менее выстрелил. Но неужели мне дали какую-то тыкву? Это уже что-то. Ага, смотрите, зомби с ведром на голове. Помню я таких красавцев. Они очень сильно защищались, но против вот этой штуки бесполезно. Она просто давит их. Вот и все. Что ты там взгрустнул? Мега-робот. Мега-робот-зомби. На, получи от нас привет, как говорится, пламенный. Так, ребят, ну что, смотрите, осталось ему нанести всего лишь-то ничего, 7 урончика. Я думаю, мы с этим с вами справимся очень легко. Он даже не сопротивляется, даже никого не вставляет почему-то. Почему? Сам не пойму. Так, ну тогда на-ка. Так, еще 3 и все. Ага, смотри, что это такое? 6 единиц здоровья героя. Он использовал какой-то хитрый суперудар. Ну, я думаю, что это его не спасет. Смотрите, у него болтики там, гайки сзади разлетались уже от страха. Так, выставляет мне обычного зомби, который 1-1 имеет. Ну что же. Ну, а мы... Что? Что это такое? Зомби получает чего? Что там получает зомби? 1,6? Ну, хорошо, его я не пробью. Ну, до тебя-то я достану. А, мега-робот. Что? 3 единички урона. Не вопрос, сейчас мы это устроим, да, ребят?
И твои вот эти все зомбари тебе не помогут уже, все. Мне бы сейчас фруктовый микс, ох, как бы я ему прижарил бы на 3 единицы урона, так, тыква. Что она у меня делает? И получи-ка фруктовым миксом. Все, ребята, оказался довольно легким этот робот. И наша, извините меня, огненная, как сказать ее, подсолнух побеждает. Выиграйте вспышкой на солнце. Выиграли, все выиграли, и задание выполняется. Ну, извините меня, одно задание, первое задание из 200, конечно, для меня это жестко. А выполнили мы только 2. Ну, понятно, Дэйв, ты как обычно. У меня почему-то не хватает постоянно карт. Ух ты, держитесь крепче, будет не сладко. Слишком много бесят, главное не стоять без дела. Че, опять что ли этот бесенок сюда пришел, а, ребят? Ну точно, бесячество опять, а. Мало ему было. Ну давайте повторим. Сейчас схлопочет он свое. Так, у меня здесь гриб, фасолька и колокольчик, да? Ну давайте начнем с фасольки. Ой, какая фасолька? Шампиньон. Фасолька. О чем я думаю, блин, а? О фасольках каких-то. Конечно же, это же маленький шампиньончик. Как его можно спутать? Так, мне дали колокольчик. На самом деле, это не колокольчик, просто какое-то растение, но почему-то мне хочется его назвать колокольчиком. А что это такое? Наносит 2 единицы урона, и я плюс 1 до конца получаю. Оп. Отлично. Вот так вот получил. И я плюс 1 получаю. А чего плюс 1-то? А, очко. Отлично. Так, давайте этого бесенка бомбить. Успеем, нет? Ему пару раз-то шмальнуть. 1 и 2. И у него уже 17 хп. Отлично. И, ребята, у меня уже 4 очка, а у него всего лишь 3. То бишь, на 1 очко я веду. Так, что он тут вызвал? Танцора мне. Так, ну что же, давайте попробуем тогда, наверное, с вами выставить еще одно растение. Еще один колокольчик. И грибок. Да, мне как раз хватает, почему бы и нет. Все, сейчас по залпику мы сделаем. 1. Так, ну... Так, что это такое? Амфибия. Ага, делает своих двойников. Ну что же, хорошо. Вот то, что на воде, это, конечно, плохо, ребят. А знаете чем? Потому что у меня нет водных растений. Я не могу его достать. И меня это немножко даже расстраивает. Так, ну что же. Блин, теннисистка тут вылезла еще. Ну что, нам надо с вами делать. У меня есть абрикос. Да, наверное, мы с вами вот этот. Может быть... Я не знаю, кого сюда. Давайте, наверное, все-таки посмотрим с вами абрикосик. Да, пускай будет. Конечно, жалко, что оно погибнет сразу же. Тут, грубо говоря, у нас идет размен. Размен этими. Так, ну, все-таки мой колокольчик один раз успел выстрелить. Так, мне что тут дали? Подсолнух. Обычный. Команда. 1 плюс 1 в начале хода. Ха-ха. Это я еще плюс 1 получаю. Значит, у меня уже будет 7, да? А у него всего лишь 5. Так, отлично. И давайте прикроемся, наверное, вот так вот. И вот так вот. У нас больше ничего нет, ребята. Все, я потратил. Ни одного цветочка не осталось. Так, отлично, зомби получает плюс 3. Да ладно тебе, хорош. Блин, сейчас на 5 не звезданет. Ребят, смотрите, опа-на. И у меня-то уже 11 хп. О, неужели мне дали эту? Как ее там звать-то, я уже забыл. В общем, короче, я буду сейчас атаковать того зомбаря. Вот так вот. Все. Но, правда, здесь-то 4-1 стоит. Смотрите, повыше. С кукушкой. Ну ладно, давайте атаковать. Ёлки-палки, у меня всего 7 хп. Ребят, 7 хп. У-у-у. А у него 10. Дали хоть одного этого. И то радует. Давайте шампиньончика сюда поставим. И атакуем.
Что ты там над гробом еще ставишь? Елки ты палки, а? Вы смотрите, какой он бесенок этот, не сдается. Так, 9, 7, 6. Ребята, 6 урона ему еще нанести, и мы выиграли. А мне 7. Так, что он там? Опять теннисистку эту вызвал? Так, ну что ж, давайте тогда возьмем этих... смотрите, не могу, ребята, никого поставить. Видимо, все линии заняты. Что? Да ладно, это уже нечестно. Ой-ой-ой-ой, ребята, 7. Все зомби на земле получают минус 1. Конечно, жгем их всех. И они сдыхают, смотрите. Оп. Блин, на земле. А тот у нас не на земле, тот у нас на возвышенности стоит. Понятно все. И мне дали еще какой-то непонятный стручок, что ли. Подтанцовщик размещен. Ага, ладно. Так, что это такое? Кто это такое? Превращается в случайное растение, которое стоит 6 или меньше. Слушайте, неплохо. Жалко, конечно, что оно у нас не прорастет. Печалька. Вот из-за этого. Потому что его атакуют. Ну, а тут этих мы подбиваем всех. Ребят, 1 хп остался у бесенка. Нам надо как-то его победить. Антигерой. Ого. Ёлки-палки, ребят, антигерой еще какой-то тут у него появился. С нунчаками. Зомби-ниндзя, так скажем. Ну что ж, давайте тогда вот так выставим. Всего один дамаг ему остался. Я думаю, колокольчик у меня с этим справится. Делом, тут обменяются они. Так, отлично. И отлично все, ребята. Кабум, и бесенок этот погибает. Ух, да, довольно такая щекотливая была ситуация. Сами прекрасно видели. У меня 7 хп всего осталось. Это уже, конечно, перебор. Так, задание выполнено. Но нам ли быть в печали, ребята, да? Проходим с вами дальше. Новое задание. Период цветения. Разыграйте 3 цветка. Ух, разыграем. Куда мы денемся-то? Так. Это у нас карта называется, ребят. Бесячая гонка. Ну что же, давайте тогда будем приступать к очередному заданию. Так, тут у нас бабах, бета-каротин. Это все, я так понимаю, будет потом открываться, со временем. Так, играть. Ух ты, заморозк. Хо-хоу. Помню я, ребята, этого зомби-йети снежного. Ну что ж, давайте посмотрим, чем он здесь нас удивит. Так, ну что, рука вроде бы у меня неплохая на этот раз. Оденьтесь потеплее, заморозк собирается вас заморозить. А еще у него есть целая стая армии питомцев. Они очень шустрые, быстрее избавьтесь от них. Дэйв, я этим сейчас и буду заниматься, не мешай мне. Так, давайте-ка, наверное, сделаем огонь. И на одно очко вести будем сразу вперед, да? Да, так и сделаем. На-ка, получи огненного пламени. Тюх! Панкуша. Не тут-то было, напал не на тех. Так, ну что, ребята, мы с вами пропускаем ход. Так, он стоит, ничего пока не делает. Это настораживает. Так, давайте тогда... Ага, ничего не делает. Вызвал амфибию, елки-палки, а, на воде. У меня нет, я так понимаю, водных этих растений. Тогда давайте сюда поставим. Я не знаю, во что она... превратиться, но выглядит довольно мило, да, такой самоцветик, елки-палки, сидит. Опа, ребята, вот и вырос мой самоцветик. Ого, это кто такой-то у нас? Авокадо вроде бы, ребят, если я не... Астракадо. Так, прочерк. После уничтожения получается косточка астракадо. После уничтожения. Он что, одноразовый, что ли? Да вроде бы нет. 5 и 3. Слушайте, довольно неплохой такой астракада. Сейчас мы посмотрим, что он вообще здесь делает. Давайте еще один росточек посадим. Так, на надгробие тут появился какой-то следопыт. Так, ну-ка. Ух ты, смотрите, ребят. Астракада-то у нас атакует все-таки.
Черт, ну вот это на воде мне, конечно, нервирует, если честно. Это русалка-зомби. Прям вот бесит меня и все. Ого, это что это такое? Что это у меня такое разродилось тут? 2-2, какой-то краб. Я не знаю, кто это такой. Но выглядит довольно забавно. Так, давайте вот так вот сделаем, ребята. Ну, потому что на самом деле эта русалка бесит меня на воде. У меня почему-то нету, главное, растений, которые могут на воде. А у него есть. И я считаю, что это несправедливо. Что ты там задумал опять? Какие-то гнилые челюсти и старые ноги на меня послал, да? Так, успокойся уже, в самом деле, астракада хорош атаковать. Так, еще и заморозка на земле. Но астракада-то у меня не на земле, ребята, смотрите. Опа, и не тут-то было. Получи-ка в ответ плюшку. Слушай, ты хорош там уже бросаться своими белками гнилыми. Так, ребят, надо что-то предпринимать, это уже не дело. Так, у меня всего 10 хп. Как это вообще может быть? Так, 6-5. Ух, как я ему плюшку там вам пропишу. Все, ребята, очков больше не хватает. Придется пропускать. Так, ну-ка. Давай, астракада, бомбани, малорик. Ты кто-то выдержит у меня. Нифига у нее там хпшек сколько хочешь. Это что такое? Что он делает? Токсический какой-то дождик. И все растения у меня получили 1-1. Опять он свои надгробия вызывает, а? Ну что ж, вызываем стручок. И пускай он у нас прорастет. Это что еще там за диджей, блин? Диджей-матрешка. Ого, 3 плюс 3 получил. Это уже серьезно. Так, ну давай, тыква. Отлично. Так, мне нужно, чтобы у меня стручок этот вырос. И желательно в какое-нибудь хорошее растение. О! Ух ты, разброс. Так, у меня, ребятушки, есть фруктовый микс, который наносит 3 единицы урона. Давайте-ка применим его, да? А почему бы нет? И астракада его добьет. Вот это будет великолепно. Этого уничтожим уже. Даже можно сказать вот так вот. Все, ребята, астракада бьет, и этот заморозк погибает. Кабум, и все здесь. Эх, девушка, а ты и говорил, одевайтесь потеплее. Какое потеплее, когда со мной тут такое солнышко находится, что любые льдины растопит. Отлично, прошли, причем на одном дыхании. 10 хп у нас еще осталось в запасе даже. Ну, а на этой, так сказать, ноте, ребят, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все, всем пока и до скорого.